Неожиданно для меня вы проиграли сегодня. Как тебе соперник новой команды в нашей лиге? Что, пацаны быстрые, пацаны хорошо бросают. Судя по всему, вместе играют, потому что, ну, клево играют в пас. Ну все, перебегали нас в начале, мы не ожидали такое прыть. Дальше, по сути, там отрыв-то не рос. Где-то они как 15 в начале привезли, так и все, и довезли до конца. Ну и все, как бы, так думаешь, пока чего, нашли игру. С чего такой результат? Блин, у нас много новых лиц. Несколько старых, которые не могут приходить по определенным обстоятельствам. Нет высокого центрового нашего. Вот. А еще один центровой. Игрока, кто сегодня хуже всех играл у вас? Наверное, я. Я же это, заместитель капитана. Честно, не, ну серьезно, я сколько не забил из-под колец еще. Ну, ладно, всех.